Настоящее шоу сегодня устроил тракторный завод. Машины рисовали картины, разбивали яйца, забивали гвозди и даже танцевали. Мои коллеги наблюдали за возможностями современной техники. Это один из самых больших тракторов, Т-35. У него очень большая грузоподъемность. У него бульдозерное оборудование называется, отвал. Лариса Черяпина рассказывает сыну Руслану о тракторах, которые выпускает завод, где она работает. Сына привела, чтобы посмотрел, какой огромный завод. Все-таки это гигант, его построили в 1972 году. И столько лет этому заводу выпускают самые тяжелые промышленные тракторы у нас в России. Чтобы посмотрел вживую, потрогал, узнал, что это такое, чтобы гордился тем, что в Чебоксарах есть такой гигант, который славится на всю Россию. Хотелось бы, чтобы это продолжатель нашей династии, что ли, получается. Он интересуется в клубе, как это называется у них, Четруша, да, в музее они постоянно посещают. Завод по праву гордиться может своим техническим потенциалом. Передовым стать он снова должен. Гигант! Прозвали его недаром. Самые важные события в своей жизни Татьяна Борисовна, бабушка Руслана, прожила, работая на тракторном заводе. Трудилась на предприятии 28 лет. Сегодня встретила здесь много знакомых. Хорошо, что вот выпал такой случай, и прийти еще здесь, и на все взглянуть, и вспомнить. И как-то это и на душе как-то стало радостнее от этого. В истории тракторного завода можно насчитать несколько сотен таких трудовых династий. Сегодня многие пришли сюда с семьями. После детей на сцену вышли те самые мощные гиганты. Машины демонстрировали присутствующим свои возможности. Универсальность, маневренность, точность. Мы показываем детям, даем возможность переступить заводскую проходную, посмотреть, где работают бабушки и родители. Это элемент ранней профориентации для наших маленьких подрастающего поколения, для того, чтобы они уже сейчас могли определяться с профессией, прирастать к той технике, к той мощи, которая создается здесь у нас в России, на чувашской земле, в Чебоксарах. С такими преданными работниками завод непременно должен справиться со всеми временными трудностями. Тем более, что подрастает достойная смена, которая готова производить новые трактора. Прекрасное шоу. Очень гордимся нашим заводом. Очень прекрасные трактора. Впечатляет. Я горжусь нашим тракторным заводом. И у нас бабуля работает. Да. Расскажите, кем работаете, сколько работаете уже? 38 лет. Диспетчером. Карин, ты кем будешь? Начальником завода. Будущий директор завода. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.